вы поделились этим пророчеством о том, что в августе 2024 года, собственно говоря, этого года, произойдет серия землетрясений, цунами, и большая часть мира как будто бы окажется под водой. Да, скрытые тенденции содержат эту потенцию. Содержит эту потенцию. Но эта потенция содержится только для неосознанного. Потому что осознанное, оно не окажется в этой ситуации. Потому что забота божественная о теле, забота того самого разума происходит буквально усиленным образом. Понимаешь? То есть вы все под защитой. Вы все под защитой. Те, кто действительно искренне предан. Кто проявляет по-настоящему подлинное сердечное устремление. И тогда самым чудесным образом тело или перемещается в безопасное место, или просто не возникает по карме ничего подобного перед глазами. Поверь вашей. Поверь вашей, дано будет вам, конечно. Да, это то, что я чувствую. И в это так хотелось верить. Ну что, оно так работает? Оно так работает. Ну, не верилось, что любовь к Богу, что Бог нас может так любить, чтобы тех, кто любит Его и чувствует это единство, чтобы нас всех начало во все стороны. Лишь только искренне преданный, лишь только на него сходит милость. И это происходит безусильно и очень быстро. Тот, кто сомневается или все время находится в недоверии божественной природе, своей же, ибо между нами нет разницы, ибо ты и мастер одно, ибо мастер в каждом вашем сердце, в каждом вашем сердце. И если он проявился внешне в виде формы, которую многие сейчас могут видеть, это говорит лишь о том, что проявляется ваш внутренний мастер, ваше сердце, который находится в вашем сердце. Это очищение, очищение от сердца. Это как раз те самые процессы, которые происходят в поле мастера. Ты не можешь никак на это влиять, просто это происходит и все. Хочется это... Как это... сохранить, как это... Принимать и благодарить, принимать и благодарить. Потому что другого нет ничего. В служении в этом возникает благодарность. Благодарность Всевышнему за все, что есть. В этой благодарности ты обретаешь освобождение. Вот так.